Часто нам предлагают оформить кредитную карту и говорят, типа, это выгодно. Я решил подумать на тему выгоды и набрал сначала определение в Яндексе. Итак, выгода – прибыль, польза, извлекаемая из чего-либо. Польза. Ну, например, банк дает нам кредитную карту и говорит, типа, вы будете платить 0%. К примеру, такое невозможно. 0% на год. Ну, например, возьмем Альфа-банк. К примеру, наверняка так в других. Что тут сказано? 365 дней без процентов на любые покупки. Опускаемся вниз, где заявочку оформлять. Целый год без процентов. А дальше? Год без процентов действует на покупки, совершенные в первые 30 дней. То есть не все так просто. Не 365 дней без процентов, а только на первые 30 дней. А с 31 дня на все покупки действует беспроцентный период 100 дней. Я думаю, если углубиться в 100-дневный период, мы найдем там еще кучу интересного. Но допустим, банк предложил нам какую-нибудь супер-пупер кредитку. О, Сбер что-то не работает. И мы такие, хорошо, ну, опустим слово кредитная карта. В данном случае оно, ну, это же, ну, как бы в долг дали, да, без процентов. Тут никакого кредита нет, допустим. И мы в течение года погасили эти проценты и с нас не взяли ничего. И в этом случае никакой выгоды нет. Выгода это что-то больше нуля, когда что-то заработал сверх, и у тебя получается выгода. А здесь ты в ноль ушел. Даже в этом случае ты не получаешь никакой выгоды. Но за карточку, возможно, может быть бесплатно. Но кто даст бесплатно? Все равно придется заплатить. Рублей 70 в месяц. Ну, чтобы ее типа обслуживали. И кто-то еще говорит, типа, банки это замечательно. Они все расписали. Надо просто читать договор на 46 страницах. Читайте договоры, дорогие мои. Оформим кредит под 6,9%. Интересно. Давайте посмотрим. CBR, да? CBR, Центробанк. Сколько там? 6,9. Это совком. Ну да, совком, совком. Как же тут все сложно и просто. Ключевая ставка. Где она тут у нас? А у нас ключевая ставка 7,5%. А Совкомбанк говорит, что оформит нам кредит под 6,9. Добрый вечер, товарищ. Верьте банкам. Пользуйтесь кредитными услугами. Читайте договоры.